типа она как бы... Что за фигня какая-то? Ну, как бы да. Что за фигня? Ну, это вот типа, ну, типа не основной. Подарок. Не основной? Да. А сколько основных? Один. Там аэрогриль, да? Нет. В основном? Нет. Почему? А да, еще больше? У меня есть около 5-6 кам. И? Ну вот, я потратил 6 кам. Понятно, какая-то фигня. Ну и? Здравствуйте. Вопрос, что это? Наполовину с днем рождения. А нет, это не наполовину, это треть, получается. Почему на треть? На треть с днем рождения. Почему на треть с днем рождения? Ну, ценовая политика. Если ну, в процентном соотношении. Смешно. Ужас. Распаковочка. Распаковочка. Ух ты. Рыж мотай, уничтожай, это все там в помойку, эти пупырки. Это триммер, кто не знает. Ну, я не знаю, да. О, там еще насад. Да. Я думал, он такой под ноль. Ох, ё. Плёночка-то. Плохо отрывается, ага. Что плёночка это. А, они аж туда засандалили. Под эту. Ну какие? Коты. Негодяи. О, этот защитная фигня. Чехольчик. Там вон там, это, да, да, вот тут. Оп. А, даже так. В смысле, на батарейке? А на чем? А что это, сколько там процентов? 83%. А, заряженная. Заряженная. Кроньер какой-то, кроньер. А, смазка даже есть. Лиса тебе подстричь? Не надо трогать лису. Что это насадочки? Что там написано? 3 миллиметра? О, нормально. Они что, они так хорошо одеваются или защелкиваются? Ли? Нормально. Да-то фиг слетит. Это уже не слетит. То есть только ты ее сломаешь. Какие это 3 миллиметра? Да. Насадочка. Это мне для усов. Ты еще будешь эксплуатировать мой теперь триммер еще вдобавок? Конечно. 2 миллиметра и 1 миллиметр. О, а пятерки нету? Чем же мне бороду брить? Зарядка. Это щеточка чистить. Ну, фигню. Все. Понятно. Ну, а второй основной подарок я не забрал. Не успел еще. Ну, ничего, заберем завтра. Это защита завтра. Один. Я поняла, а, ну да. А еще получается, теперь не будет вопросов. А можно мне под полный ноль? По бокам. Можно с кожей прям. Это окантовку хорошо делать. А, он глянь, с этой свешалкой. Ну да. Это теперь очень удобно делать окантовочку. Да, только заряжать тебе не будет задолбывать, да? Так его надолго будет хватать. Да. Ты ж не будешь этого. Ну, окей, я проверю. Я 14 числа работаю целый день. Вот и проверим, насколько хватит. Это плюс один инструмент. Все. Остальное все днем. Ну, попрощайся до дня. До дня. Собрались мы за подарками. Я взяла маркер. Буду подписывать, что от кого, чтобы не запутаться. Эмили в платье красивом, да? Не спотыкайся только. Красивое платье? Эмили. О-о-о. Не проснулась еще, видимо. Идем в машину. Едем за посылками. К бабушке едем? Да. Да? К бабушке поедем. Да, к бабушке поедем. Поехали. Приехали мы на Озон. Пошел муж забирать мой подарок. Потом я пойду забирать всю мама, пачку. Что? Что? Бибики. Машинки. Играть, да? Машинками. Папа купил тебе машинки, да. Сейчас поедем к бабушке, будем играть.
Ой, не знаю, что там, сколько там. Взяла пакет, смотри, у меня муж отжал пакет, потому что он забыл пакет, чтобы сложить мой подарок. Вот. Сейчас как я буду забирать, не знаю. Ой, мама! Тоже папа пришел. Ну, папа пришел, да. Прячет мамин подарок. Да? Не понадобилось. Почему? Упаковано? Да, замотано, все заклеено. Иди. Ну, пошла я. На, пошла я. Мне выключать? Я когда-нибудь вернусь, когда я не знаю. Сначала на Валберес пойду, зайду, там меньше. А не больше пока. Сначала на Озон? Там больше намного. Ну, ладно. Жди меня. Ага. Пока. Давай уже, иди. Пока. А, я понял, будешь подписывать. Ну, а мой подарок огроменный, походу, будет палевный. Даже то, что он замотан полностью, его форма выдает вообще все. Потому что он единственный из ее списка желаемого, из виш-листа. Он единственный такого размера. Поэтому прячь, не прячь, все равно все понятно. Ладно. Бибика! А ребенку бибике счастье. Да? Да. Любишь бибики? Да. Молодец. Ну, в общем, до связи. Увидимся. Это мне девочки подарили. А, девочки? Да. Садись, я маму буду поздравлять. А садись. Потом, тогда уже посмотрим, да. Что мне еще надо. Да, я снимаю. Играй! Нет, и машинки там. Все, мне некогда, я маму поздравлять буду. Поздравляй. Да, все, я начинаю. Хорошо. Тебя поздравляем с твоим днем рождения. Желаем удачи и много везения. Всегда оставайся такой же родной. Мы рады, что стали одной семьей. Моя любимая, я говорю. А моя девочка хорошая. Мам, и сейчас еще один. С днем рождения. С мамой. Мама, он красиво рисует. Котик. Просто котик. Там котики? Там котики. Что ты не знаешь? Я какой котик красивый. Да. На, Эль, на. Машинка. Глянь, какой котик. Глянь, глазки у котика, носик. Котик. Как ты будешь играть с котиком? Я играю в котики. А тут котики. Тут просто много котиков. Ну так вот, рисовали ради того, чтобы ничего, это все пометить. Ничего страшного. Это день рождения. Это день рождения. Вон, котики. А-а-а. Котики, Эмили, мы будем с тобой с котиками спать. Котики, котики. Котики. А что тут-то? Не знаю. А тут собачки. Да, тут собачки. Ну там да. Котики, а тут собачки. Собачки. Гам-гам-гам. Ты ж плакала, что у тебя мало сковородок. Да. Нет, там оно примерно сковородка, но это не сковородка. Рви тоже там, рви бумагу. Я закрепляла, рви бумагу. Как сковородка, только не сковородка. Ну тоже греет. А что так легко? Ну, не знаю. Там подстава какая-то. Новая версия, видимо, такая легче. А что, твоя тяжелее? Значит, новый легче. Ну, тяжелее намного. Значит, новый, что-то может новый двигатель стоит какой-то. Это именно по твоей ссылке. Мы ничего не меняли. Я знаю, я видела. А потому что другие ссылки, они дороже выходят. Не знаю, я даже не искал. Он больше 5 стоит во всем. Проверить не будешь, что работает, не работает. Сколько стоит? Больше он 5. Больше 5, там около 6 он даже стоит. Я теперь наконец-то не буду тягать туда-сюда фен домой. И коробка совсем другая. С днем рождения у тебя, нет? Это постельное. С днем рождения меня. Здоровья, счастья, личной жизни, пух. Сережа. Ну, я похож на пуха.
Сережа. Гляньте, какая курочка аппетитная. Эмили, отойди, Эмили. Если что, это самый большой. В смысле самый большой? Из всех, что есть, это самый большой. Отходи. Вообще альтернатива будет духовке, которая с конвекцией. Поэтому от маленького. Вот эти книги тяжелые. Это решетка у него? Ну да, для него решетка. Ух, какая машина. Ого, она вот тяжелая, да? Да. Ничего себе. Ого, Серёж, помоги. Ух ты, ух ты. Какая машина. А это ух ты. Да. Из той же оперы, что твою влажницу. Все с умным домом, у тебя заклеено. И там, скорее всего. Страховочка. Убери от Эмили этот самый, то она, да. Ух, нифига себе, это на какую семью? На 7 человек готовить? Это очень это маленький. Можно курицу целиком. Целиком сюда. Пластиком пахнет. Ну! Новое. Ты, Эмили, покажи, открой, она ей тоже же интересна, она ребенок. Глянь! Кушать будем готовить. Кушать правление будем. Можно с этого, конечно. Кашку. Есть, кашку готовить. Там телефон. Режим там типа выбрала, нажала. Можно так, но можно с телефона полностью управлять. Ведь телефон тебе уведомление, если что, прилетит, когда приготовится. Ну, по-моему, Леби... да. Вот, мама, вот. Это умная техника. До чего техника дошла? Эмили, вот. А решетка это куда вот вставляется? Просто да, мне его, да. Типа два яруса, чтобы ну, делать что-то в два яруса. А что? Ножка нет снизу, ножка сверху. Нет, открывай дальше свои открывай подарки. Дальше? Открывай дальше. Открывай дальше. Открывай. Я, кстати, его-то не смотрела толком. Что это такое? А что это такое? Френч-пресс. Ой, я такой завтра хочу. Завтра с двойным стеклом. И сколько он стоит такой? Я тоже такой хочу. Не знаю. Ты еще чем-то по-моему. Красота. Это на работе подарок? Нет, это мне Лера подарила. Я знаю. Так, это вот тоже Лера. А это? Хотите? Вот я тебе сказала, что Лера мне надарила на вообще. На, нажимай. Космос. На, нажимай. А что, мы не делаем, чтобы он так? Не делаем так. Вот. Это я сделаю. Ух ты. Блюдо. Красиво. И большое. Вот так, если что-то... Потом у нас тарелка с тобой. И она не круглая. И она еще желтенькая, солнышко. Другие подарки ждем. Подарки другие ждем. А ну-ка, доставай. Фарфор. Доставай подарки, мама. Да, где тут еще Лера? Лера мне подарила мыльце. Вкусные мыльце. Мыльце для рыльца. О. Апельсин корица. Но очень-очень-очень-очень концентрированное. Кладешь его в белье, и белье потом пахнет очень-очень. Вкусно. О-о-о. А это дольчик милк, я аж уронила. Гель скраб. А для чего? А, для тела. Гель скраб, да. Ух ты. Это Лера. Это все Лера? О, это все Лера. Да, вот это Лера. Спасибо, Лера. Так, а что это еще у меня? Это мне подарили девочки из группы. Что там? Плойка. Класс. Еще подарки. Так, это девочки с группы. Еще подарки. Это тоже девочки с группы. Куча лаков. Лаки? Гель-лаки, да. О, а как это понять, гель-лаки? Которые в ванке. Которые не смываются на раз-два. Так. Ух ты, еще подарки. Да, еще подарки. Еще подарки. Это мне подарили блюдо для запекания. Еще одно. Ну его можно использовать и как этот, скажи. Просто сюда что-нибудь положить. Это можно сказать для этого, для шашлыка. Шпажки сюда кладешь, ставишь в духовку. Псевдо-шашлык.
Ну да. А чё? Красиво. Что тебе? Сюда можно вообще что-то положить. Ну не шашлык, просто что может какие-то на шпажках какие-то блюда приготовить, да. Ну не шашлык. Это тоже фаршмак. Так, и... А, ну это... Ну что, все равно покажи, что это. А, ну так, она что говорит? Понятно. Ух ты, нифига. Понятно? Еще или уже кончились, закончились? Нет, еще, мне жарко. Последний подарок. Крайний. Беспроводные наушники. Беспроводные наушники. Это от кого? Это от девочки из Белгорода. Ух ты. Короче, я вся в подарках. Да, немало подарков. Немало подарков. А теперь на это все обзор. Ну, кроме нижнего белья. Обзор, да. А зачем мне обзор на это все? Как это? Ну, по сути, обзор вот для вот этого вот нужно. Да ты что? А для фена? Это понятно. Там, кстати, на ютубе нет нормального. А для фена? Вообще. А фен включаешь в розетку, и он начинает гудеть. Нет, это не... Это другой вес, другой вес, другой фен. Какой? По-другому вес, значит, уже другой фен. Не-не. Значит, по-другому будет гудеть. Обзор по-любому надо. Обязательно, на все. Все, все ждут обзора. Все ждут обзора. Если ждете обзор, лайк. Под этим видео. А теперь пицца и торт. Стих, подожди. Не лезь, нельзя. Мама сама даст. Ручками лезть нельзя. Ням-няка. Я наешь. Сейчас ты будешь кушать. Для пота. Спасибо. Эмили, сейчас тортик будет. Иди, тортик будет. Иди ко мне. Иди, смотри, сейчас папа принесет нам тортик. Красивый тортик, да? Тортик принеси. Да, сейчас будем резать тортик красивый. Папа. Хотят любить родители, а? Торт. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя, с днем рождения поздравляем. Счастья, радости желаем. Мама. Загадывай желание, задувай. Нет, это мама задувает. Ура! Красота. Ой, красота. А что еще? Все. Красота. Задули свечки. Ой, где-то подставка осталась. Ничего страшного. Тортик! Ё, я жалко резать. Да, капец, такая красота. Кулинарный шедевр. Просто, да. Всё, никака. Никака. Лимончик. И котик, иди, не ешь лимончик, а я буду есть лимончик. Да. А вот эти веточки, это что у нас? Это какие-то у нее супер. Декор? Да. Смотри, все живое. На виду он съедобный, не? Нет. Это веточки, на фоне которых она фотографировала. А-а-а. Опа. Тарелочку уже приготовила. Молодец. Так. Глаз. Ох, какой он высокий. Дай. Профессиональный срез. Дай мою. Красиво? А где мою? Опа. А где мою? А где? Все твое, Эмили. Тик! Сама дальше снимай. Что это? Не знаю, где ложечки. А, сейчас. Иди сюда. Тортик. Чиз? Чиз. Ты снимаешь себя, да? Чиз? Чиз. Какой вкусный тортик. Почему чиз? Это Лия. Папа, Лия. Не за что.
Ты не знаешь, с какой стороны есть? Она крем хочет. А тут крема не так уж и много. Не хочешь? Серега, она не хочет торт. Ну, не хочет, как хочет. Забирай. Ага. Нет, я буду кушать торт. Эмили, я буду кушать.